Сегодня у нас 5 июня. Мы проводим соревнования по подводной охоте. Организация, которая занимается Комитет спорта Ленинградской области, Федерация подводного спорта России. Сегодня мы здесь собрались, будем соревноваться, будем добиваться каких-то результатов. Ну что, ребят, сегодня очень будет интересное соревнование. Погода нам благоволит. И я вижу по присутствующимся людям, что сегодня будет очень много участников и очень интересная акватория. Сегодня могут себя все полностью раскрыть, потому что здесь глубины до 16 метров и тростниково-камышовая охота. Всем хочу пожелать удачи, ни хвоста, ни чешуи, и пусть победит сильнейший. Дорогие друзья, уважаемые подвохи, 5 июня этого года в Приморском районе Ленинградской области на реке Вокс прошел первый этап открытых соревнований Кубка Ленинградской области по подводной охоте «Подвох 2021». Организаторы соревнований: Федерация подводного спорта Ленинградской области, Оргкомитет, Клуб подводных охотников «Судачок» и группа «Подвох», подводная охота Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При поддержке компании «Скорпена», магазин снаряжения для подводной охоты «Прозрак», компания «КФ». В соревнованиях приняли участие 45 подвохов. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этих соревнованиях, кто принимал участие в подготовке соревнований и, конечно же, спонсорам за подарки. На акватории реки Вокса возможна добыча леща, щуки, плотвы, судака при встрече с лососем. Его добыча не допускалась. Конечно же, «Прозрак» оставлял желать лучшего. С нашей судейской коллегией, главный судья наших сегодняшних соревнований Николай Захланов, главный тренер сборной Ленинградской области по подводному спорту. И его комитет — это Андрей Гребенчаков, и я, ваш покорный слуга, Валерий Мураев. Вкратце вас сейчас ознакомлю с нашим регламентом сегодняшним. Сейчас после построения подходите все по очереди сюда, меряем давление, регистрируемся. Потом переодеваемся, мы даем время на переодевание без 15-12, собираемся здесь же, уже переодетые, общее построение, фотография, объявляем старт. В 12 часов мы стартуем, заплыв будет у нас до 16.00. Щука, судак, потом лещ, от 500 грамм идет зачет. В общем, нарисовали пацаны. Надо как-то потом, когда будем с ними самое. Ребята, собираемся, участники. Спиной становимся к планеру, лицом к лесу. Будем общую фотографию. Наконец-то закончен инструктаж, и скорее все на общее фотографирование. Да, ребята, нас много, нас очень много сегодня участвующих в соревнованиях. Примерное количество, ну, наверное, человек 30. Точно сказать не могу. И это здорово. Здорово, что собралась такая огромная компания. А самое главное, что не подвела погода. Вы посмотрите, какая замечательная погода сегодня стоит. Сегодня, 5 июня 2021 года, Вокса. Скорее все на воду, скорее. Берем буи, берем ножи, маски, перчатки, ласты. Ничего не забываем. Скорее на воду. Скорее в лодку. Заводим моторы.
Неужели, неужели дали старт? Вот они, 12 часов дня и 4 часа. 4 часа незабываемой охоты и впечатлений. Все надеются на трофеи. Те трофеи, которые им принесут победу. Первое, второе, третье место. Выходите на воду вместе с нами. Тренируйтесь. Занимайтесь подводной охотой. И будет вам счастье. Это спортивный интерес. Это для души. Участвуйте в соревнованиях. Это полезно для здоровья. Кто принесет самый большой трофей? Ждем. Ну вот и прошли 4 часа подводной охоты с 12 до 16. Ребята постепенно начали возвращаться с акватории. Практически все экипажи уходили на плавсредства, за исключением нескольких подвохов, которые ушли на акваторию на своих двоих. Больше всего, конечно, ребят не устроила эта прозрачность. Прозрачность была неудовлетворительная. Метр полтора, а где-то и совсем ее не было. Даже не видно было кончика ружья. Ну и глубины. Кто-то попал и на 5, и на 7, и на 10 метров. Кому как повезло. В основном, конечно, рыбку брали в камышах. В это время на реке Вокса очень сложно поймать прозрак. Но ничего не поделаешь. Эти хвосты тоже пойдут в зачет. Федотов Илья. Федотов. 830. Федотов Илья есть 830 грамм. Абрамов Александр. Чуть-чуть не дотянул. 280. Конечно, у него вторая рыба на зачетный час по весу ставит. 805. Еще один лещ, 805. Алексей. Пикалов Алексей. 845. Пикалов Алексей, лещ, 845 грамм. Слово Александр. Еще один лещ 615 грамм. Василий Фандрей. Василий Фандрей. 870. Лещ 870 грамм. Максименков. Максименков Дмитрий. Лещ 850 грамм. 720. Еще один лещ, 720 грамм. 550. Еще один лещ, 550 грамм. 530, смотри, 535. Что-то вытянуло тоже, 530 грамм. 535. 535. Кило 180. И еще один лещ, кило 180. Идет. 580. Лучше не подходи. Соболев, как имя? Не подходи лучше, а? Павел. Соболев, Павел, 580 грамм. Ну и теперь барабанная. Егоров Артем. Ну вот это, пацаны, женщины, девушки. Теперь 950.
Щука 4960. 4960. Пускай будет 5. На третье место с результатом 1 килограмм 890 грамм награждается Ананьев Александр. Спонсор компания «Хамер Фиш» сертификат дает компания «Аквадим» перчатки. Сумка от магазина «Прозрак». И набор от компании «Скорпена». Второе место награждается с результатом 3 килограмма 835 грамм Максименков Дмитрий. Компания «Хаммер Фиш» сертификат. Компания «Аквадим» носки и футболка фирменная. Да. А компании «Прозрак» сумка «Аквадим». Компания «Скорпена». Главная номинация нашего сегодняшнего дня. За первое место с результатом 4 килограмма 960 грамм награждается Егоров Артем. Спасибо! Компания «Скорпена» поздравляет своим традиционным набором всяких полезностей. Компания «Хаммер Фиш» сертификат подарочный. Компания «Аквадим». И от компании КФ, к сожалению, представителей нет, Андрей Гребенщиков вручает сумку за первое место. Так, ребята, еще есть у нас одна номинация за самый большой трофей. За самый большой трофей награждается Егоров Артем. Результат 4960 грамм щука. И приз от компании «Прозрак» – ружье. Поздравляю людей, которые помогали нам в обустройстве лагеря. Я бы хотел отметить их благодарственными письмами на память. Благодарность объявляется Александрову Руслану. Травников Владимир. Чагин Андрей. Андрей Чагин. Шорохов Алексей.
Тупков Михаил. Ну, неожиданно! Ребята, покажи, покажи, попозируй. Селфи, селфи. Саранцев Денис. Девочки наши любимые, которые помогали нам на кухне с приготовлением пищи, еще будут помогать. Но впереди Травникова Мария. Сулима Юлия. Собакина Светлана. Гребенщикова Лариса. Суполева Татьяна. Аплодисменты, ребята, эти девочки, которые там помогают. Альбовская Ангелина. И Елизарова Жанна. Главный по кухне у нас. Ершова Диана. Я специально не подписал, так как это моя девушка, я подпишу ее потом лично.